Хочу вам показать, как выглядит внутри наш подарочный набор. Открываем и начнем со звездочки. Вот такая вот звездочка, ее можно использовать как елочное украшение на елку. Тут можно подвесить за веревочку, либо за эту же ленточку. Звездочка состоит из муки и соли, поэтому очень хорошо принимает эфирные масла. Вы можете капнуть несколько капель эфирного масла хвои, к примеру, или апельсина, и звездочка будет пахнуть. Если у вас искусственная елка, будет очень актуально. Вот такая звездочка, и едем дальше. Это набор для волос. Здесь у нас, смотрите, твердый шампунь с крапивой. Очень хороший шампунь, его хватит до 4 месяцев. Хороший для жирных волос, если выпадают волосы. Для комбинированной кожи, то есть вы сможете мыть голову реже, и он полностью натуральный. Здесь в составе ПАВ, кокосульфат натрия, сделан на кокосовом масле. Очень хороший шампунь, очень советую вам его попробовать. Также здесь в наборе есть бальзам. У бальзама вообще маленький расход. Возможно, вам покажется сначала, что вообще ничего не происходит, когда вы наносите его на влажные волосы после шампуня. Но на самом деле он очень эффективно работает, очень хороший. На корни его наносить не нужно, только на длину. Что у нас дальше? Вот эликсир для роста волос. Вот такая вот у него консистенция, я вам покажу. Водная основа, поэтому его смывать не обязательно. Вот такая вот консистенция, просто нужно втирать в корни волос такое вот небольшое количество. Благодаря своему составу волосы будут лучше расти, он укрепляет волосы и делает их более шелковистыми. Также здесь есть масло-концентрат для усиления роста волос. Масло можно смывать, также можно не смывать. Можно наносить, допустим, за полчаса до мытья волос. Тоже покажу вам масло. Вот такое вот оно. Приятно пахнет, полностью натуральный состав. Очень хорошо помогает от выпадения волос, для роста волос и для укрепления. И последнее, что у нас есть в наборе, это гидролат крапивы. Крапива очень хорошо воздействует на волосы, особенно от выпадения волос. То есть, допустим, или, может быть, после болезни выпадают волосы. Либо, если вы хотите увеличить объем волос, вот это вообще незаменимое средство. Вот, как видите, у нас такая коробочка с окошком. Здесь внутри натуральное сено. Если у вас есть домашние животные, вы можете всегда дать животным сено, но полностью натуральное. Как мне кажется, это оригинальный и удивительный подарок.